Приморский поздравили с юбилеем. Свой подарок району сделали воспитанники танцевальной студии «Фантазия». 300 девчонок от 4 до 18 и все разом на одной сцене. Такие масштабные танцевальные номера у воспитанниц хореографической студии «Фантазия» бывают нечасто. Но в честь 80-летия Приморского «Фантазия» заработала особенно ярко, как у педагогов, так и у подопечных студии, которые, несмотря на юный возраст, уже привыкли к большой сцене и яркому свету софитов. Я очень люблю танцевать, я вообще росла с танцами. Это даже, можно сказать, мое хобби. Танцам передаются как-то твои чувства, эмоции и так, без слов даже. Юлия Кузьминых, свои 11, в коллективе занимается уже 7-й год. Такие опытные барышни, как она, давно избавились от страха сцены. Ведь учат их не только искусству танца, но и актерскому мастерству. Поэтому каждый номер – это проникновенный диалог со зрителем, со своим настроением и эмоциями. Напомним, хореографическая студия «Фантазия» – одна из старейших в городе. В этом году коллективу исполнится 21 год. В Петербурге он известен фантазийным сочетанием классических, современных и народных танцев.